сокращение согласно. А. Или согласен. А. Ясно. Что-то непонятно. Или он плывет? Да у тебя там уже, наверное, клюет у тебя, Вика. Плывет. Ты что, он против течения у тебя уже плывет. Вот я не вижу, плывет или идет. Смотри, попала. Маленькая. Ты же видишь, оно против волны. Я вижу. Отпусти ее тоже. Хорошо. Смотри, какой у меня крючок. Угу. Я буду в шоке, если он. Кого? Уже есть. В смысле, что, не успеваешь, что ли? Ну это ж хорошо. Можно, конечно, Вика, можно и развернуться, можно встать, поприседать, можно все что угодно. Блин, самому что ли встать, чуть-чуть размяться. О, вот как они это делают, а? Че, голый крючок? Совсем. Викулька, а? Ты можешь вот туда вот. Вот туда вот. Вот туда вот кидать. А-а-а. Не хочешь? А-а-а. Здесь будешь? Нога че? Замерзает. Нога замерзает? Да, вот так тепло. Потому что здесь солнышко греет. Ты видишь, оно сбоку? Угу. Вот. А, да-да. Нет, Вик, ну ты же сама смотри, как нормально, ненормально. А, кинула, я что-то не это не видел. Я что-то просмотрел. Оставь, оставь. Вот у тебя сейчас, видишь этот, как его, червь висит. Сейчас его за секунду снимут. И останешься ты без наживки. Эй, что такое опять? У меня там запуталось. Пап, не поверишь. А, что? Я прям чувствую, как рыба долбит мою насадку. Прям реально чувствую, как она бьется. Там уже нет у тебя, наверное, ни этого, ни червя, ничего. Есть? Хорошо. Ребята полавливают карасиков. Карась еще, ребята, не зашел. Полавливают чуть-чуть единичные экземпляры. Вот Костя тоже вытащил. Ну, мужик рядом стоял, леща вытащил. Блин, вообще лопату. Аж коричневый. Темно такой, серо-коричневый. Здоровый. Хорошего. Все время кажется, что это рыба прыгает. Это уже Костя. Дядь Костя просто. Костян, на удочку посмотри. На мою. Я говорю, изгибается. Я говорю, аж приятно, говорю, лайтовая шпалка. Прикольно так. Так у тебя там свинца 20 килограмм. 22? Тридцать пять килограмм? Ну я даже это приуменьшил. Че? Так она висела же у тебя, Викуль. Я же тебе говорю, если повисла, его надо смотреть. Ой, какие мы ленивые, а. Ой, какие мы, говорю, ленивые. Угу. Да?
Да, у тебя сейчас путевки будут проверять. Со мной. Я сын с тобой. У папы спроси. Они просто так там спинят. С берега, что ли? Ну вот тебе удобно будет вот здесь вот с берега ловить. Видишь, они сидят. Ничего не ловят. А на лодке ты приезжаешь с поплавочкой, у тебя больше шансов как бы место найти получше. Это так же, как и зимняя рыбалка из-под льда. Ты вот сидишь рядом с лодкой, закидываешь, ловишь. Угу. Прикольно же. Угу. Ну, вот. Да он там уже давно есть, и я что-то не пойму. А что-то поплавок подтянет, притормозит, подтянет, притормозит. Я не могу понять, что там. Думал, зацеп, что ли. А она там уже сидит, оказывается, давно. Папа, а у тебя нету таких же, как у дяди, поплавок? Каких? Про какие поплавки ты говоришь? Ну, как у тех, такие магазинные. Длинные ты имеешь в виду, что ли? Длинные? Да, длинные такие, магазинные. Есть. Чем мы их не используем? Ну, они... Не знаю. Почему мы их не используем? Не знаю. Самодельные, мне кажется, лучше. Какая разница? Поплавок, один поплавок. Ну, да, в принципе. Только здесь ты сам делаешь, душу вкладываешь в него, Вик. Интересно же. У меня тоже, по-моему, пускай. Точно. Смотри. Пустота. Ты опарика хочешь? Угу. Я сейчас тоже опарышей поднасажу. А что ты за мной повторяешь? Ну, у нас черви закончились, Викуль. Нет, там еще есть. Почти что. Ага. Никогда столько не рыбачили. Папа, сколько приятнее рыбачить с мясорубкой или мультипликаторами? А здесь, по-моему, без разницы. С такой или с такой. Нет, ну если... А? Сейчас, если на спиннинг. Нет, на спиннинг, конечно, с этой я уже привык. Клюет. Мелочевка. Выпускаю, Викуль. Давай, давай, что ты дергаешь там, блин?
подошел бы карась крупный сразу. И все. И леща. Да. И мне лещ не интересен. Карасик на сковородку пожарить. Он да? Плоский. Но он плоский, Вика, он. Ох, как кто ты там? Нет, обла. Карась. Обла. Поклевка была. Ты опариков по несколько штучек насаживай пучком. Угу. Так и делаешь? Угу. Горечь у меня там, наверное. Нет. Они, кстати, опарыш лучше держится почему-то. Что там дядя поймал? Зацепил, что ли? А, две селедки. Рыбачить. Крючком? Да. Ну да. Чем с двумя. Что-то у тебя на уменьшение пошло, Викулька. Да, я вижу. Приятно гнется, да? Сейчас я... Можно ей опарыша одного дам? Кому? Рыбке. И отпустишь? Ты ее накормить хочешь? Да. Ну, дай. Ой, я не могу. Кушай. Она в опарыша выкинула. Да ты чё? Неблагодарная. Не говори. Вообще, что это такое? Ну, да. Чё ты, Костик, не устал? А? Не устал? Нет. Ноги не устали? Вика. Не было? Ноги вытянуть бы, блин. Ногу вытянуть, что как-нибудь. Хорошо, ноги сидишь, кого затекли. Да я вижу, что клюет. Лучше б не клевало, но прозевал. Ну и что? Ля-ля-ля.
ты тоже? Червяка нет. Нет? А. Три насажу. Кого? Опарика? Три насажу. Интересно, а где они опарыши находят? Неужели у мухи реально забирают? Нет. Опарыши разводят, Вика, на трупах. Да? Ты что, не знала? То, что этих нет. Опарыши вот этих разводят на трупах. Вот померла кошка, допустим. На нее садится муха, откладывает личинки. Вот. Вот это личинка мухи, она ее поедает, вот, мертвую плоть. Вот, собирают, продают рыбакам. Слушай, самое интересное, что на опарыша вообще ничего не клюет. Что это? У тебя? А у меня не клюет. А у меня что-то не клюет на опарыша. Она сразу должна клевать всегда. Ну, всегда, не всегда, но... У нас вчера все-таки скоро. Мы же приехали на разведку. Ага. Мы можем собраться и еще приехать. Чего? Повела. Ну что, папа не клюет? Нет, такая нам не нужна. Да ты что ты? Чего? А? Тебе помочь? Да, она, по-моему, уже жабра схватилась. Сейчас. Можно вытереть? Сейчас. Ой, да, конечно, можно. Давай. Спусти эту чуть-чуть. Ух, ничего себе она заглотила. Кровяную. Вообще клюет. Да, что-то клюнуло. Кость, время не смотрел? Блять, у нас птицы без людей сидят. А Миша? Там клетки хотя бы помыть. Да у нас уже червь закончились. Мелочевку он задалбливает. А ты еще не хотел, блин, червей брать. Клюет.
Уже? У тебя клевал. Не, там, блядь, в банку по полкилограмма тебе будут ложить. У тебя дома можно этих домашних накопать. Там вот вверху, где эти деревья у тебя стоят. Сейчас я имею в виду, где какой зимой. У кого? У тебя? Нет. А вот так клюет? И так не клюет. Смотри, какую я акулю поймала. Угу. Забагрила? Нет. Забагрила. Снизу ты ее подцепила, да? За подбородок. Да. Точно за подбородок. Что? Прям за... за жабой. Под жабой. Ну, видишь, что на опарыш ловится. Ну, что за то ловится. Так тепло стало. Ой, слава богу, согрелась. Сейчас домой уезжать, а ты согрелась. Угу. Надо утрянку думать, чтобы не замерзнуть. Всегда нужно, я говорю, ты собираешь, я спрашиваю тебя, ты собралась, не собралась. Собираешься, нужно всегда теплые вещи ложить. Ты же их не в руках несешь, машину бросила и все. Правда, время. Сейчас время только. Куда ты попал? Стоять. Сам по себе поплыл куда-то. Известно. А он погулять пошел. Что ты? У тебя там наживка есть вообще, нет? Есть. Что там у тебя есть? 4 опарыша. Возьми червячка, пацани. Чего нет? Не хочу. Где? Идет, конечно. Нет, чувствуешь это, когда уже села, Вика. Что нас опять развернуло куда-то в другую сторону. Туда надо кидать. Закармливаем, с этой точки уходим. Чего? У тебя клюет? У меня клюет. И у меня не клюет. Дядька в воблу поймал.
есть не хочешь? Uh-uh. Точно? Uh-huh. Что, у рыбы обед начался, что ли? Не знаю. Костя спит, сидит, вообще за удочками не смотрит. Ты там за что себе, за яйцо привязал? Или за мизинец левой ноги? Ножки мои, ножки. Ой, клюет. У меня не дает отдохнуть чуть-чуть постоять. Ты так перекручиваешься. Что, тоже ножки? Постой, постой. Я уже настоялась. Да ты что ты? Мама, папа, оба, да? Здоровые такие. Червяка насади, Вик. Червячка подсади. Я на червя хорошо. Клюет. Я так на червяка. На опарыша вообще не клюет. Я так на червяка. Ты червяка за кончик, что ли, садишь? Нет, я его всего. У тебя там уже это, опять чего-то. Угу. Тут я его прям всего насаживаю, причем отлично насаживаю. Хорошо. Прокашляйся нормально. Мне не хочется кашлять. Да кто там, блин? Угу. Непонятно кто.
Тебя тоже нервирует. Расстраивает, да? Хорошая. Угу. Такая попадает, бывает отборная вообще. Прям, ух, сковородушная. Да что там у меня на плите? Я думаю, это вот поклевка. Поклевка? Не та, которая нужна. Только наживку переводит. Ты где, поплавок? Чё? Маленькая. А? Маленькая поплавок. Да нет, нормально это. Просто поплавок аж утопило. Интересно. Клюет, клюет, клюет. Вик, тащи. Тащи. Потому что большая ушла на обед. Чего, ты недовольна, что ли? А? Хочу большую. Тут маленькую. Просто ловим и отпускаем. Ну вот, отпускай. Он у меня тоже повел. Повел. А? Прямо пустила. Эй. Ну вот шуршеветь тоже начинает. Вот это уже такая шуршеватая. Виктория, а где ты говорила, что здесь червей много уже? Уже нет. Нет, вот еще, вот он. Возьми, подсади. Подсаживай.
Ну это вообще нечто. Кость вобла нужна? Вобла нужна? Слушай, задолбала, блин, она. Да задолбала вот эта мелочевка. Ну ничего. А у тебя там уже есть? Не на одну, по-моему. А? Опять, по-моему, мелочевка клюет, ребята. Чего? Опять маленький. Выпускай ее. Смотри, что у нас с хвостом. Ну, откусанный. Вон у меня плавает там уже тоже мелочевка. Блин, на кашу что ли пришла? Вообще кошмар. Ну, пройдись по берегу. Все, друзья, отрыбалили. Рыбачили где-то часа, наверное, 3. Ну, за 3 часа, в принципе, результат отличный. Вобла отборная. Мужики рядом сидели, в них, кроме воблы, в улове отличный карась и отличный лещ. Одного поймали прямо, блин, такой, реально как лопата. Ну, у нас не было ни карася, ни леща. Приедем мы сюда еще через недельку. Потому что вобла еще не шершавая. Несколько экземпляров вообще попалось. Я даже не знаю, где они. Несколько экземпляров, они такие шершавенькие. Но не сильно. А эта вся еще гладкая, что еще не время. Так что вот так что. Ладно, всем пока, друзья. И до новых встреч на заливе. Сюда мы еще приедем.